так, у мене тут є питання. У тебе є такі формування, чому? В школу ходиш, так? Короче, ладно, я поняла, з чим я так не можу робити задання. Так. Когда Open Kids концерт в Одессе? 17 декабря. Нет, не 17 декабря. Я, короче, вспомню, напишу. Зимой. Декабря. Опять? Декабря, через 4 месяца? Что ты сказал? В Одессе концерт. Ну так мы каждый год делаем зимой в декабре концерт. Больше? Прям будет за адресу места ты в площади Ивана Франка. И створено проти драматичного театру. Привітайся з воїстину. Склады Романовской, шторы, Чупиль любит ее. Чупиль любит ее. Попроси, Алина, покажи мне мою дочь. Алена, пожалуйста, смотрите. Она... Люблю наши родители. Я уже сделала все урочки, мам. Все урочки сделала. Дети поели. Родители. Кто смотрит мою трансляцию? Родители. Ой, родители. Дети поели. Они чуть-чуть уставшие. Самую малость. Здоровые, живые. Спасибо, что живы. О, Боже. Не надо. Я этот процесс контролирую. Я знаю, я жду этого момента. А что говорили до 7? Ну мы поели. Давайте. Ну да, что мы поели. Фу, ребят, давайте вот эти по когда концерт, мы не будем задавать эти вопросы, пожалуйста. Ну, я не хочу об этом сейчас разговаривать. Я хочу поговорить о чем-то высоком. Ты чего? Ну. Кто сегодня главный шутейщик? Эта шуточка зашла нормально. Залетела шутеечка. Так, как песня называется? Какая? Какая песня? Она же не звучала. Кого больше бесит из Open Kids? Я не знаю. А, кто больше кушает из Open Kids? Нет, понимаете, Юля ест... немного. Она просто заказывает себе много блюд, ест понемножку, и все. И часто. Поэтому... Она, причем она, типа, она кушает помалу, не наедается, и потом через час она уже опять голодная и кричит, я голодная, хочу есть. Что, не так? Потому что правильно есть по чуть-чуть, а не, типа, по чуть-чуть и часто, чем наесться. Чуть-чуть бургера, чуть картошечки фри, чуть-чуть пасты. Ирина, там, ты видела, Ирина. Я не Ирина Игоревна. А Юля назвала меня именем своей классной руководительницы. Мне привлекает меня. Так это не бургер. Это типа как торт. Торт? Нет. Ирина, я хочу до дома. Кто больше дурачится из Open Kids? Я не могу ответить, они все по-разному. Аня нужно готовиться к захвату отчизны, заставить ее маршировать. Аня готовится, она учила при мне, я как видела, она шла и учила все эти должности, там лейтенант, подполковник. Алин, это моя шутка, что ты лишь мои шутки, я так сказала. Я сказала, что Алина на такси пришла. Обещаем, мы вернемся, где сидеть. Мне мама всегда говорит, что здесь дома. Вот поэтому, как вы видите, я пока как раз доеду за это время. Как раз тебе нужно 10 быть дома всегда, да? Да. То есть, когда в следующий раз ты будешь после съемки ехать на чей-то день рождения, я скажу тебе нет. В арену. Вызову тебе такси. Вызову тебе такси. Отправлю тебя домой, чтобы ты была дома в 10. Подожди, мне в тот день разрешили, а сегодня сказали, никакой фотосессии. Тот день, это каждый день, который ты уезжала постоянно висеть. Ой, брехуха, мала. Ой, брехуха. Ой, брехуха. Конечно, они будут. Ты загнулась на свои брехи. Так, здравствуйте. В каком городе? Мы в Киеве. Спрашивает Юля, где ты купила рубашку? Зара. В Заре. Зара, пожалуйста.
Лера, тебя приглашают в 315-ю школу проведать учителей. Я сегодня хотела прийти, ребят, но... Но у тебя много свободного времени? Не перебивай человека. Сегодня хотела прийти, но подумала, что я единственная возможность выспаться, как бы я поспала до 11 лет. Она выбрала сон, а не вас, ребята. Я прийду на следующей неделе. А я каждый день сплю по 2 часа. Простите, мне нужно протереть, мне нужно протереть камеру, я знаю, да. Сейчас. Простите, я камеру протру. Протерла. Кто тебе доктор? Под уроки. Под уроки, как можно учить? Смотрите, уроки это буллинг. Смотрите, буллинг. Почему ты не можешь делать уроки до 8 вечера? Я занята. Чем ты была занята? Ой, Юля, у тебя каждый день справка. Я должна была за справкой ехать потом. Ой, я там то, я должна была к доктору за справкой ехать. Что это за буллинг, я извиняюсь. Это серия, когда я люблю быть в тишине. Я Лера, убери, пожалуйста, ноги со стены. Это не буллинг, Юля. Они тебя правде жизни учат, точнее. И правде жизни они тебя тоже учат. Кстати, у нас там этот оператор колл-центра. Так. О, это Анина профессия. Какую профессию? Спасибо. Будешь работать в колл-центре. Я что, хочу в колл-центр идти? Да. Если ты немного в колл-центре. Аня такая, добрый вечер, я обеспечиваю. Добрый вечер. Написали настольные девочки. Что? Что? Настольные девочки. Ну, Лера, разве? Поиграем в настольные игры. Лера! 18+, прошло? Короче. Короче, сегодня в университете, а нет, вчера в университете у нас был тренаж, и педагог такая говорит, а теперь первое задание, начинаем внизу, половую жизнь. И все начинают ржать, но половую жизнь, типа, первый уровень тренажа. Вообще-то смешно. Мне правда смешно. Типа фу, не смешная шутка. Мне мама сказала, что если сидеть на столе, то замуж не выйдешь. Лошара. И что это? Если сидеть на столе, то ты замуж не выйдешь. И на углу, да. Да. А, ну понятно, короче. Раз, а два, три. За бубоны. А ты сама в эти забубоны веришь. Не наступай мне, не надо, не наступай, я тебе не наступлю. Вы сами так тоже делаете. Я верю только в одну эту штуку, когда я обхожу с другом, типа, столб с двух сторон. И всегда говорю привет. Я тоже тероблю, тебе Юля. Ну да, типа, ну а вдруг это реально правда, и мы поругаемся. Так что просто привет, как бы, в принципе. И это... вот это об голову я тоже верю. А, еще когда я, типа, знаете, когда ушел из дома, потом вернулся домой. Да, я тоже в это в зеркало нужно посмотреть обязательно. А Сидор, короче, рассказывает историю. Или присесть на дорожку. Я тоже, да. Пойдемте сделаем общее фото, чтобы учителя, которые уже отснялись, могли снимать вещи. А мы... Да, мы уже просто поехали домой. Все, ребят, всем пока.